Хайо, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру по названием Far Cry 3. Так, в прошлой серии мы с вами выполнили испытание Круг Яктов. У нас с вами уже максимальная вот эта хуйнюшка, поэтому... Блин, я не знаю насчет этого, подождите. Мне нужно дробовик. Мои составные. Темп огня, все такое, бла-бла-бла. Теперь любимое орудие. Здесь оружие. Точность, урон, бык. Давайте куплю быка. Он, конечно, стоит. Бык купить. Ага, а сравнить я могу с тем, который у нас был. Подождите, тут сравнивать можно. Так, сравнить. Любимое оружие. Ладно. Ого! А здесь она всегда была? Берем. Так, таймер идет, все идет у нас. Окей. Миссия находится у нас там. Так, кат. Данные от нашего владельца плантации в Йемене, в которой подобное описанию, как в течение 8 лет он пытался вырастить листья этого растения, пригодные к употреблению и естественным путем усилия их наркотических свойств. Рынок сбыта Африка и Ближний Восток при очень высокой концентрации со стороны производителей из Йемена. Стоит обсудить смешивание этого препарата с другими, чтобы увеличить его рентабельность. Создание предметов. Новый медик. Приток эндорфинов. Стимулятор выдает эндорфинов. Воспользуйся здоровьем и увеличите количество ячеек здоровья на 4. Это действие не регенерирует. Вау. То есть дополнительные ячейки. Прикол. Прикол. Так, здесь я ничего не улучшу. Гранаты я не хочу создавать. Поехали тогда. Так. Стоп, сразу рюкзак чекнуть. Так, ладно, место еще есть на рюкзаке. Так, ящик. Забираю, беру лодку. Новый транспорт. Замечу. Или мы на нем уже и катались? Так, я уже не помню. Не, мы на этом еще не катались. Поехали тогда. Патрульный катер. Когда-то пришлось отправиться два таких катера на патрулирование. Они так и не вернулись. Просто лодка... плавающие и пустые. Их забрали в джунгли. Окей. На место стрелка, чтобы сесть. Так, ставим сразу тогда метку. Ай-яй-яй, я ж могу реликвии взять. Аж две. А там окулки. Ладно, давайте по миссии, я ж уже договорились. Главное, чтобы на мель не сесть. Все хорошо. Все очень хорошо. Так, тихо. Я управлять этой штуковиной могу. Так. Патроны нужно было докупить. Так, кстати, сначала за реликвией сбегу, потом к этому мужичку спущусь. Займет всего лишь, ну, короче, в сумме 5 минут будет. Так, найти еще вход. Я вас понял. Сэшка. Так, там ничего, да, нету. А не, есть хилки. Хилочка одна есть. А, блядь, тут проход был. Окей.
Ну, поздно уже, я взорвал. Так, тихо. Ладно, посрать. Здорово. Что за хрень? Если ты знал, куда я собираюсь, почему не сказал? Джейсон, Джейсон, Джейсон. Не кипятись ты так. Я с тобой в игры не играю. Я просто зритель. Но я жду хорошего шоу. Дай пройти. Нет, нет. Сначала преподам тебе урок истории. М? Готов к этому? Тогда слушай. Представь, здесь мы видим настоящую иронию в чистом виде. Чёртовы япошки. Они создали какую-то особую организацию, чтобы найти забытое богатство и тем помочь империи. Но ребятки не знали вот что. Они построились прямо над этой хренью, что искали. Ну давай спроси, что они искали, Бак? Нет. Высечь бы тебя. Да посильнее. Но знаешь что? Я лучше высеку Кита. Они искали Чао Сука Яна. Флагман, на котором ходил знаменитый китайский адмирал по имени Джен Хэ. Херня в том, что он умудрился скрыться с кучей добра. Включая, да, мой чертов нож. Это все. Береги себя. Урок окончен. Классный урок. Затем внутрь могу. Я убью этого ублюдка. Вниз во тьму. Могу. Нужна помощь, вводите в помощь паузу, чтобы получить доступ к указанию по быстрому старту или руководству в разделе путеводитель. Это новое животное, мышь. Где записи? Так, руководитель. Па-па-па-па-па-па, это рюкзак. Путеводитель. Так, а что? Подождите. Рецепты получены. Два еще транспорта. Это вертолет 100 пудов нужен. Карта памяти. Письма пропавших. Аванпосты. Реликвии. Радиовышки. Миссии. Там миссии еще у меня здесь. Ого-го. А, стопы, это ж не сюжетные. А вы сюжетные? Ну, в принципе, ладно. Я только две сюжетки выполнил. Здесь все сильно разрушено. Да уж, прикольно. Короче, ребята, с этого момента мы... Вот, сука. Только сюжетку проходим. Потому что я уже вижу, что... Эта серия уже хер знает какая. Даже 11-е, 12-е, хер его знает. А я только две сюжетные миссии выполнил. Так я тебя убить хотел. Мне деньги нужны. Так. Слышу пиратиков. О, черт. Здесь люди в... Да-да, нужно было договорить. Люди васы. Тут ничего. Похоже, на станции играется. Так, ладно, давайте тогда проплаваю. Ты сможешь, брат. Сможешь. Ладно, уплыву отсюда херам. Так, забраться здесь могу. Тихо, блядь, почему вас так много здесь? Где я могу по-тихому залезть? Нигде, да? Здесь можно забраться? Попытаться по железяке. А, хер там. Мне нужно быстро залезть, чтобы они меня не заметили. Тихо. Вот зараза. Сучий потрох.
Ладно. Найдите ход в пещеру. Я уже нашел. Найс. Ясно, понятно. Ладно. Сократим тогда путь так. Мне придется на эту херь забираться. Я тебя вижу. Тихо, тихо. Почему я горю все еще? Ладно. Гори, тварь. Подавись, тварь. Все. Ребятки, все, разобрались. Твари. Наверху что? Наверху что-то есть. Шимики идет за этим. Так. Деньги. Шимик бы хотел попасть бы на этот корабль. Ладно. Все, вперед. Вперед. Так, тут тоже? О, блядь, не, хуёво здесь. Ладно. Давай. Тихо. Иду за ним. Да ты заебал, тварь. Все, все, все. Что это? Понял. Вот по-тихому бы убил и этих тварей бы взорвал, да и все. Макаки. 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 Боже. Макака. Макака, макака полно на Рук-Айленде. Они могут доставить массу неприятностей, но специалисты из ЦРУ доказали, что дрессированные макаки становятся отличными бойцами и классными специалистами. Вот как можно было одержать победу в войне с Вьетнамом. Не знаете, как спросить у Дональда Росфельда? Дональд Росфельда. Ладно. А, янтарно. Поплыли. О, блин! Вот зараза. Тихо, кожу добудь, пожалуйста. Путеводитель. Животный мир.
Крокодил. Крокодилы в ответе за большинство смертей, связанных с местной фауной. Главным образом из-за обряда совершеннолетия, во время которого молодые люди должны палкой ударить крокодила по морде. Не могу не вспомнить ночи с моей бывшей женой. Так, поехали, ладно. Тупой крокодайл. Да, это миссия дольше. Так, Джейсон, сыграем в Инди. Сейчас нажму печать. А что тут еще есть? Так, и там проход есть. Давай сыграем в Инди. Так, а теперь сработало у него. У меня вопрос на засыпку, куда мне идти в первую очередь. Я потом смогу вернуться обратно? Да, смогу. Так, новый спринтер. А, это я могу сейчас сделать, ясненько, ладно. Так, ладно, ищем ножик. Так, давай, давай. Наверх, наверх, Джейсон. Сбираемся. Ха. А смотрите, китайские развалины. Так, зелень сначала соберу. Создание предметов. Хилки. Изготовить. Ну что, пойдемте. Ой, тут высоко падать. Высоко падать, и мы упали. Контрольная точка. Мне нужен тот уступ. Легко. Ладно, давайте сначала сюда. Хочу встать. Ладно, 13 минут потерплю. Я понял. Нужно воды больше запустить сюда. Это что, трупы? Нет, показалось. Жест гнилой. Не хочу тратить патроны. Это я и так без тебя понял. Я вижу, кажись, выход, Джейсон. Нет, 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 не застревай. Так. Джейсон, Джейсон, Джейсон. Сейчас все будет. Так. Наверх там выхода нет, да? Только через низ. Давай, Ай, блядь. Есть теперь выход. Готово. Выбираемся. Так, кажись, клинок найден. Но прежде, чем я это сделаю... Древняя цивилизация. Берем кинжалик. А это часть... Ключу? Это часть ключа. Так, это очень плохо. Так, это уже очень-очень плохо. Здорово, Лара Крофт. А, нашел. Так, мягко и тихо. Так, шажок, шажок, шажок. Давай, давай. Ты что, упал? Тут было на время, я понял.
Тихо, давай, Джейсон, Джейсон, выход, выход. Почему у тебя лук был в руке? Продаваемые трофеи с врагов. Так, который... Похуй. Продаваемые трофеи с врагов можно продать. Как бла-бла-бла. Ты меня находишь? Я знаю. За тобой же тянется след из трупов. Тебя и слепо-глухонемой найдет. Впрочем, мне все равно. Ты идешь? Давай, дай руку. Я не нашел нож, доволен? Не-не-не-не-не, Джейсон, я недоволен. Я просил найти сраный нож, но ты не можешь, потому что слишком ленив, чтобы просто его принести. Заигрался, что ли? Хорошо. Мы с Китом тогда тоже во что-нибудь поиграем. Я нашел только это кольцо. Так оно же явно от компаса. Ну давай, засовывай. Это что за чудеса? Мое сердце трепещет в предвкушении. До встречи, Джесс. Ты знаешь, куда я могу пойти, да? Не, друг. Знаю, куда идешь. Окей. Фу. Сразу трофейчики могу я здесь найти? И можно пытаться сразу сделать мартышкино дело. Так давайте я сразу возьму то, что тут есть. Что, взрывать? Нет, вы что, гоните? Нет. Серьезно. Ай, ладно. И ради двух мусора. Ладно, идем тогда за трофейчиком. У нас как раз время есть. Хотя вот именно, что у нас время есть. Я хотел обезьянье дело сделать. Нужно еще будет посмотреть, потом я уже без записи чекну, что мне нужно для апа. Я ж так этих не нашел. Аген. И очистим тут все с пиратами. Сытро обещал. Давайте. Очищайте. Так, ладно. Походимся. За мини-реликвиями. А где задание мое? Мое задание непонятно где. Так, а Рели, где мое задание? А, все, увидел. Пропавшая экспедиция, это тоже что-то, да? Ладно, идем к аванпосту. Как я вам говорю, минус запись. Так, ладно, поехали. Сразу забираем, что здесь у нас. Оп. Это я вернул, пришел, где храм Цитры, да? А, нет, стоять, нужно еще добежать. Так, мы уже подходим. Ой-ой-ой, слишком близко подошел. Все, да? О, мне чуть и не заметили. Ага. Готово. Подойди ближе к трупу. Тихо. Готово. Изи захват. Изи 1500 опыта.
Так, зайдем внутрь. Там уже карточка должна быть. Так, плюс аптечка. Плюс карточка. Все боеприпасы купить, да. Ой. Продать тоже ненужное. Продажа, 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 продажа. Запрещенный препарат. 1. Недавнее приобретение рецепта наркотических препаратов, не прошедшие сертификации и не отвечающие американским или европейским медицинским стандартам, начинается приносить плоды. Большинство препаратов высокорадиоактивны, и все, что нам нужно, это минимализировать подобные эффекты. Например, один из препаратов вызывает у испытуемых извержение фекалообразных масс через мочеиспускательный канал. Требуются дальнейшие проверки. Ебать, типа через мочу выпускается. Ой, ебать, это жестко. Прикиньте, вот вы бы срали через... Ну, это, конечно, только мужчин касается, может, и женщин, хер его знает. Так, следующее, куда мне нужно? Вот этих животных я так и не нашел. Ребятки, что мне делать? Как мне их искать? Хорошо, что мне еще осталось делать? Здесь. У меня уже все есть. Здесь бумажник нужно редкое животное. Рюкзак. Здесь мне нужно два динго. Два сраных динго. Медицинская сумка, все. Патроник, все. Сумка, все. Здесь нужно два медведя, хорошо. Два медведя. И здесь динго. Два медведя и динго. Да хера динго. Очень много динго нужно. Ну как мне их раздобыть, скажите? Как мне их здесь найти? Я уже не знаю, ребят. Я посмотрю, что у меня есть по препаратам. Если что, я могу сделать себе шприцы с этим. А точняк. Создать предметы. Снадобье отходника. Истинного охотника. Так. Хилку применить. Ладно, сделаю тогда сам урон по телу. Так, подождите, подождите, мне нужно урон получить, чтобы я смог создать препарат. Угу. Так. Так, не то. Создание предметов. Снадобье охотника. Инстинкт. Изготовить. Посрать. Применить. Ищем животных. Я нашел их. Я нашел тебя. Я нашел тебя наконец-то. Шкура динго. Я рюкзак улучшу. Все? Их больше нету? Мне не хватит. Мне нужно максимум 8. Вот черт. Ладно, ребята, серия уже подходит к концу. Я, значит, еще полазю, походюсь на этих динго. На медведя. Хотя давайте, ладно. Пока у нас еще 2 секунды есть, быстро пробежимся, может, еще динго найдем с вами вместе. Если нет, я в соло пойду. И мне нужно будет еще 2 медведей где-то найти. Так, сразу давайте вместе посмотрим рецепт. И да, я закончу.
соответственно, например, для охотника. Янтарные, то есть желтенькие мне нужно. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до встречи, друзья. Всем пока.